Здравствуйте, дорогие друзья! У меня для вас есть официальное сообщение. Значит, если у вас заблокировали аккаунт на eBay, первое, что вам нужно, надо писать в поддержку eBay на английском языке и выяснять, что, почему и как. Не надо писать мне. Я не работаю в eBay. Я такой же пользователь eBay, как и вы. Поэтому, пожалуйста, всю свою энергию, весь свой напор потратьте на общение с технической поддержкой eBay, а не на то, чтобы доставать меня в соцсетях с просьбами помочь вам. Я не могу вам помочь. Я некомпетентна в этом вопросе. Единственное, что я могла сделать, вот я рассказала, как у меня было 3 года назад. Я сняла видео, как я разблокировала свой магазин. У меня до сих пор периодически возникают вопросы и всякие недоразумения с eBay. И первое, что я делаю, я пишу поддержку, в техническую. Поэтому, пожалуйста, не надо меня доставать, не надо меня просить помочь вам с разблокировками вашего аккаунта. Я не смогу вам помочь. Вот и все. Все, желаю всем всего хорошего и чтобы ни у кого ничего не блокировали. Пока-пока.